спасение святого Божия. Почему? Я не хотела бы это вспоминать. Кира все равно живет. Но я воспринимаю, это была детская ерунда. А вот Киру Андреевну эта ерунда очень сильно тревожила. Согласно показаниям Артура Зотова, именно жена уговорила его отдать этот заказ в вашей фирме. Не может быть. Мы же с ней не общались. Тем не менее, она сказала, что хочет помочь подруге, у которой плохо с делами, а заодно загладить свою вину. Получается, что Зотова знала не только номер вашего телефона, но и ваши жизненные обстоятельства. Значит, Кира решила со мной помириться. Часто. Okay, Google, next step. Leave the dough to rise for 30 minutes. Rise from the dough. Значит, Кира решила со мной помириться через столько лет. Такими вот странными звонками, да? Кира была неординарным человеком и очень самолюбивым. Для нее перешагнуть через гордость, измениться было чем-то нереальным. Мне кажется, она и в Соколике поэтому приезжала, потому что не смогла мне позвонить. Как ты, Катюдари, видишь, искра моя ты там. Кака? Искра моя, Висю. Конечно. Подождите. Не умалочь. А вы можете мне написать адрес клиники и номер? Не умалочь, мам, бедный. Зачем? Думаю, вам алиби сейчас не помешает.